Господи, кто-нибудь! О, боже! Я думала, мне крышка! Но тебе удалось меня спасти! Они обронили вот это! Возьми! Больше у меня ничего нет! Они больше меня не поймают! Что? Спасибо. И Мари тоже говорит спасибо. Возвращайся, когда пожелаешь. Всегда приятно будет увидеться. Чужак, с прибытием! Прошу подойти ближе. Есть дело чрезвычайной важности, о котором у нас пойдет речь. Поспеши, его не стоит заставлять ждать. Как хорошо, что ты здесь. У нас так давно не было гостей, и он ждал, что придет кто-то вроде тебя. Если ты не против, следуй за мной, я приведу тебя прямо к нему. Прошу прощения. Я увлекся и забегаю наперед. Я отец Корин Лавр. Мне выпала большая честь руководить его народом, древенами. За этими воротами лежит наш дом, оазис. Да, мы древены. Мы его народ. Просто пойдем со мной в павильон. Там тебе все объяснят. Великолепно! Прошу, следуй за мной. Скоро все прояснится. Добро. Возрадуйся, ибо он избрал тебя. Поверить не могу, что ты здесь. Да.
Добро пожаловать, чужак. Эй. Ты даже не представляешь, как радостно мне тебя видеть. Обычно чужакам в оазис вход заказан, но для тебя он сделал исключение. Ты чувствуешь его силу, чужак. В свои раскрытые объятия он заключает нас и дарит нам покой. Он не просто Бог, друг мой. Он тот, кто растет. Он тот, кто дает. Он тот, кто ведет. Благодаря ему у древенов есть дом. Я бы предпочел, если бы он сам рассказал о себе, но твое нетерпение мне понятно. Великий – это древо-бог, живой, дышащий, говорящий древо-бог. Он – благословение древенов и наш благодетель. Мы заботимся об этом месте и оберегаем его от всех, кто хочет использовать его. Он дает нам дары, вот и мы воздаем ему. Это соглашение действует уже почти 2 десятилетия. Мы отказались от техники и воссоединились с природой. Вот что значит быть древенами. К сожалению, пустоши – жестокое место. Порой нас вынуждают защищаться. И если это означает овладеть оружием, созданным техникой, так тому и быть. Не пожелай он увидеться с тобой. Тебе никогда не удалось бы так близко подойти к воротам. Да, так и есть. Прости, я не очень часто говорю с чужаками и временами теряю мысль. Когда он узрел, что ты приближаешься к оазису, он послал меня тебе навстречу с предложением. Он хочет увидеться с тобой. До тебя никому из чужаков не выпадала такая честь. Да, личностью. Для того, чтобы встретиться с ним, тебе надлежит пройти обряд очищения. Когда обряд закончится, ты сможешь с ним поговорить. Как только ты сможешь начать, мы приступим. Все очень просто. Ты выпьешь сок из чаши здесь, в павильоне. Сок очистит твое тело и сознание от всего, что может причинить ему вред. Уверяю, тебе не грозит никакая опасность. Очень хорошо. Займи свое место пред чашей и приступим. Сейчас мы прочтем благословение, дабы оградиться от всякого зла, какое может принести в нашу рощу чужак. Властью его божественной воли приказываю вам, изыдите, демоны, разрушения. Оставьте наши тела и жилища, не пребывайте там более, но перейдите в обиталище, где вы никому не сможете повредить.
Именем Его Величия призываю на вас Его гнев, и куда бы вы ни скрылись, да не скроетесь вы от ока Его. И уменьшаясь день ото дня, да исчезнете вы, если не станете служить во благо человечеству, покуда не останется от вас и следа. И пусть во благости своей приидет Он и станет судьей живых и мертвых, и да укроет мир сенью своей. Аминь. Скоро ты мирно заснешь, чужак, а когда пробудишься, то узришь воочию славу великого. Хорошо, что ты снова на ногах. Не думал, что они заставят тебя пройти через этот дурацкий обряд. Когда я говорю, они слушают, но не слышат. Понимаешь? Это дерево так зовут. Херберт. Мы старые приятели, лучшие друзья, знаем друг друга снаружи и изнутри в самом прямом смысле. Но на самом деле его зовут Боб, но мне кажется, что это смешно называть его Херберт. Только я не думаю, что он думает, что это смешно. Что ж, ума тебе не занимать. Понимаешь, раньше Боб катался у меня на голове. Его корни прямо внутрь уходили. Но в конце концов он перерос меня. А потом так вышло, что я оказался внутри. Да. Да, нужна, нам нужна, мне и Бобу. Я позвал тебя сюда, чтобы попросить об очень простой услуге. Пожалуйста, убей меня!
Боюсь, это не так просто. Нет, нет, есть только один способ. Как бы это сказать? Я в последнее время чувствую, что немного разрастаюсь. Кажется, Боб немного растащил мои внутренности. Сложно сказать, где что оказалось. Но с внутренностями так обычно и бывает. Верно? В любом случае, мне кажется, что Боб затащил некоторые органы в свою корневую систему. Спустись вниз и уничтожь мое сердце. Да ты не волнуйся. Когда ты решишь спуститься вниз, я поболтаю с Лавром и остальными. Обычно они не понимают ни слова из того, что я говорю. Но я смогу их убедить. Правда? Мы так счастливы, правда, Боб? Дай мне пару минут попрощаться со стариной Бобом и приступай. Нет, нет, Херберт — это дерево, но на самом деле его зовут Боб, но я зову его Херберт, потому что мне кажется, что это очень смешно, но я сам по-прежнему здесь. По крайней мере, то, что от меня осталось. Я Харальд. Слушай, это даже стыдно немножко. Раз в год Боб решает самоудовлетвориться и отращивает эти странные стручки с маленькими зернышками. А потом ветерок разносит их по округе. Я называю их
Семенем Херберта! Как его это бесит! Благодаря Бобу я 20 или 30 лет назад в буквальном смысле слова пустил тут корни. Представь себе, каково это — застрять в одном месте на такое время, без возможности есть, читать или спать. К тому же каждый день ко мне приходят эти древины. Я знал, что ты поймешь. Может, я уже окончательно спятил от этой скуки. Но клянусь, когда пытаюсь оглядеться, каждый листочек на каждом дереве служит мне глазами. Думаю, Боб завидует малость. Он ведь был первым деревом в моей жизни. Понимаешь? Старина Боб, он такой. Специально, небось, место над пещеркой выбрал. А теперь у меня ноги мерзнут. Думаю, лучше всего тебе будет получить ключ у одного из этих чокнутых по имени Кипарис. Где-то в другой роще должны быть старые ворота. Ладно. Не волнуйся, Херберт, он вернется. Привет! Я очень рада тебя видеть. Так это ты, чужак, да? А ты с виду ничего. Родители приказали никогда не заходить за старые ворота. Там живут чудовища. Родилась я тут, глупышка. Родиться тут, наверное? Чудные ты какие вещи спрашиваешь. Пусть соки его мудрости напитают тебя. Да, чем я могу помочь тебе в этот прекрасный день?
Меня привела сюда его воля. Я услышала его голос и решила последовать за ним. Лишь немногие достойны найти это место. И для меня огромная честь быть среди них. Вот почему меня страшит день, когда оазис перерастет свои пределы. Да, но тебе удалось его найти. Сколько еще людей наткнутся на оазис? И придут ли они с миром? Это волнует меня, чужак. Очень волнует. Меня привела сюда его воля. Я должна была принять идеалы отца Корня Лавра и отринуть свою зависимость от техники. Мы с тобой еще поговорим, чужак. Позволь представиться, я провидица сирень, целительница и ясновидящая оазиса. Мне выпала большая честь приветствовать тебя. Опасайся воды в пещерах. Боюсь, она все еще заражена радиацией от бомб. Во время урожайного месяца на ветвях Великого появляются стручки, где зреют семена. В конце месяца стручки раскрываются, и ветер легко разносит семена по долине. Красивое зрелище! Куда бы ни упали семена, они вырастают деревьями, кустами, травой, всевозможными прекрасными растениями. Мой отец был целителем, как и я. У него были удивительные книжки о деревьях и растениях и их лечебных свойствах. Годы спустя я услышала слух об этом месте. На поиски ушли долгие годы. В этом прекрасном месте я живу уже больше 15 лет. До меня в оазисе было всего двое. Отец Корень Лавр сперва мне не доверял, но мать Крона Береза его переубедила, и мне разрешили остаться. Если бы не она, думаю, Лавр бы меня здесь не оставил. А потом они обучили меня всему, что знали, и все вместе мы разработали обряд очищения, через который пришлось пройти и тебе». Пусть соки его мудрости напитают тебя. Таких мест больше нет нигде в мире, не так ли? Возможно, у тебя... Приятно познакомиться, чужак. Я ствол клен. Оазис расположен возле места, где до первых бомб был старый шахтерский городок. Когда началась война лет 200 тому назад, многие спрятались в природных пещерах вокруг. Старые ворота, которые стоят у входа в пещеру в оазисе, все, что осталось от архитектуры тех дней. Торговцы нашли меня умирающим на пустошах неподалеку отсюда. Они знали об этом месте и принесли меня к провидице Сирени. Она выходила меня. С тех пор я здесь и живу. Я был изгоем братства Стали. Однажды наш патруль забрел сюда в поисках техники. Внезапно на нас напали когти смерти. Они задрали всех остальных, а меня оставили истекать кровью. Если бы не оазис и провидица Сирень, я бы давно скончался.
Если честно, никогда ничего похожего мне видеть не приходилось. Это прекрасное место. Жаль только, что лишь немногие могут его увидеть. Как-то само собой получилось. Однажды просыпаешься здесь и остаешься насовсем. Становишься одним из них. Прощай, чужак. А я говорю тебе, что ты ошибаешься. Зачем еще ему нужна была бы помощь чужака? Чужак здесь для того, чтобы защитить нас от врагов, чтобы помочь нам уберечь его дары от гибельного влияния пустоши, а совсем не для того, чтобы выдвигать нас в мир. Да как мы можем проповедовать о мире, если все, чего ты хочешь, присвоить себе его дары? Сам он этого не хотел бы. Если мы позволим этому чуду распространяться дальше, мы подвергнем его риску. Я не могу этого допустить. Я не допущу этого. И снова, муж мой, мы в тупике. Предлагаю поговорить с чужаком. Это правда. Зачем еще позволять чужаку заходить в рощу? Возможно, это испытание. Да, должно быть именно так. Я знаю, зачем ты здесь. И что бы ни думала моя жена, я уверен, что ты принесешь оазису лишь добро. В конце концов, он выбрал тебя, а он никогда бы не пожелал нам вреда. О, теперь он испытывает тебя точно так же, как испытывал нас. Рассказывая столь невероятные истории, он хочет понять, сильна ли твоя вера. Кто еще, если не Бог, мог создать все это? Не бойся, скоро ты все поймешь, как и я. Великий часто говорит загадками, но если ему так угодно, так тому и быть. Наши с ним разговоры в последнее время превратились в один сплошной лабиринт. Мне кажется, он начинает бояться своего будущего. Влияние великого ширится, и скоро оно выйдет за пределы этой тихой долины. Мы не можем позволить оазису так привлекать внимание к себе. Это станет его концом. Если полить его сердце тем соком, который очистил тебя при обряде, это остановит его разрастание. Одну секундочку. Обещаю, с ним ничего дурного не случится. Это все, чего я прошу, чужак. Ни больше, ни меньше. Я люблю Лавра, но иногда, мне кажется, он за деревьями не видит леса. Распространение его влияния — это не проклятие, это великое чудо, спасение для всей пустоши. Нет, что ты, он жаждет поделиться своими чудесами с целым миром, подарить свой дар жизни мертвым пустошам. Его это очень беспокоит, но Лавру не дано понять, какую боль он переживает. Но с твоим приходом, мне кажется, все может измениться. Я слышала, чего от тебя хочет мой муж. Я предлагаю другой выход. Тот же, кто создал этот сок, создал и мазь. Если ты сможешь добраться до его сердца, она поможет распространить его влияние дальше. И тогда пустошь снова зазеленеет всего-то через годы, а не столетия. Просто представь себе, как это будет прекрасно.
ствол кипарис к твоим услугам. Добро пожаловать в наш маленький дом. Хотелось бы, чтобы они не ссорились так часто. От этого всем неловко. Конечно. Держи. Удачи тебе. Когда-то я был таким же, как ты. Бесцельно бродил по миру, тратил жизнь на поиски удачи. Когда перед моими глазами предстал оазис во всем своем великолепии, я понял, что нашел святое место. Отец, корень лавр, позволил мне остаться. С тех пор я и живу здесь. Прощай, чужак.
Добро пожаловать! Добро пожаловать в оазис! Великий мертв! Он пал от твоей руки. Не беспокойся, я не держу на тебя зла. В такое время тебе придется простить моих людей, чужак. Они еще не научились жить со своей потерей. А у меня даже нет слов, чтобы помочь им. Нет, чужак. Гнев мой обращен не на тебя, но на меня самого. Перед тем, как тебе удалось дойти до его сердца, он направил мне свои последние слова. Он сказал, что хочет умереть, что я ошибочно трактовал это как таинственные знаки. Как я мог быть столь слепым? Как я мог так обмануть всех этих людей? Возможно, проведи я с ним больше времени, пытаясь понять, постичь его, все было бы по-другому. Пусть даже великий и оставил нас, наша память о нем никогда не умрет. Уверен, с помощью провидицы Сирени мы сохраним жизнь оазису и продолжим жить, как пристало древенам. А теперь ступай, чужак. Уходи, но никогда не забывай тех даров, которые великий пожаловал нам. Добро пожаловать! Добро пожаловать в оазис! Не может быть! Такого просто не может быть! Не может быть! Такого просто... Что еще тебе нужно, чужак? Я буду скорбеть по нему всем сердцем. Это ужасная потеря для всего мира. Это место станет его усыпальницей, и мы будем хранить память о нем. Прощай, чужак. Оазиса больше нет. В чем дело, чужак? Глядеть в будущее и стремиться осознать истинный смысл того, что здесь произошло. Если ответ существует, я его отыщу. Я слышу крик женщины, охваченной страстью, и мужчины, который ее желает. Извини, мне нужен один день отдыха, прежде чем вновь заглядывать в будущее. Это отнимает слишком много сил. Прощай, чужак. Не может быть. Такого просто не может быть. Добро пожаловать! Кажется, теперь ты танцуешь под их дудку. Что так? Так значит... Я им настолько сильно нужен. Ну что, Херберт, дадим им второй шанс. Ладно, ладно. То есть Боб, конечно. Добро пожаловать в оазис. Друг мой, это настоящий подвиг. Тебе удалось защитить жителей оазиса и самого великого. За столь короткое время твоего пребывания здесь, вижу, тебе удалось понять очень многое. Это редкий дар в наши неспокойные времена.
Удачи в странствиях, друг мой. Надеюсь, проведенное здесь время открыло твое сердце столь же широко, как твои глаза. Может, тебе и не удалось понять столь многого, как я надеялся. Но рад, что в конце концов ты делаешь правильный выбор. Что еще тебе нужно, чужак? Я буду хранить надежду, что однажды Лавр опомнится и осознает, что мы не только единственные древины, но и последние из них. Рада снова. В чем дело, чужак? Глядеть в будущее и стремиться осознать и... Мне видится место великой скорби, где людей продают за деньги, как браминов. Да благословит тебя великий. Привет. Не знаю, может, поиграю с Харальдом. Он так здорово рассказывает всякие истории. Что тебе нужно, чужак? Я останусь здесь и буду помогать всем, чем смогу. Моя жизнь принадлежит им, и я до последнего вздоха буду отдавать свой долг. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Оазис! Мы... Так-так! Какая приятная встреча! Приятно тебя видеть! Мы с тобой очень похожи. Мы искали на пустошах ответы на свои вопросы, но мне удалось найти их только здесь. Надеюсь, однажды и ты найдешь то, что ищешь. Это обязательно произойдет. Прояви терпение. Вот, возьми. Это память о моем прошлом. Возможно, это пригодится тебе в пути. Буду делать то, что у меня лучше всего получается. Охранять оазис всеми силами до самой смерти. Мы... Кажется, да, наверное, ты не убийца. Ты уж прости, что хотел заставить тебя сделать то, что тебе не по душе. Но... Возможно, это и к лучшему. Как скажешь, Херберт. Ладно. Видишь, Херберт, вот какой отличный Друг мой, это настоящий подвиг. Теперь дары, которыми наделил нас Великий, распространятся за пределы оазиса за несколько лет, а не столетий. За столь короткое время твоего пребывания здесь, вижу, тебе удалось понять очень многое. Это редкий дар в наши неспокойные времена. Полагаю, несколько древенов хотят поговорить с тобой до твоего... Удачи в странствиях, друг мой! О, как чудесно! Да, по-моему, ствол клён и провидица сирень говорили, что хотят тебе кое-что подарить. Таков наш обычай, когда нас покидает кто-то из дорогих гостей.
Жить, радуясь тому, что однажды мертвые камни пустошей вновь покроются зеленью и оживут. Впереди еще столько дел, нужно готовиться. Добро пожаловать! В чем дело, чужак? Однажды его влияние распространится по всем пустошам. А пока мы будем бдительно следить. И вновь привет тебе, чужак. Мы всегда приветствуем тебя с распростертыми объятиями. А приятно видеть тебя вновь, спаситель оазиса. Мне почему-то так и казалось, что ты принесешь все те изменения, о которых мечтала мать Крона Береза. Я помогала создать те головные уборы, которые носят древины. Говорят, что в нитях ткани частица Духа Великого. Возьми это в знак благодарности и носи с гордостью, чтобы разнести по всем пустошам весть о грядущем возрождении. Глядеть в будущее. Мне видится место великой скорби, где людей продают за деньги, как браминов. Добро пожаловать! Добро пожаловать в оазис! А, приятно снова увидеть тебя. Ты так заботишься о нас. Мне ни от кого еще не доводилось такого видеть. Большая редкость встретить подобное отношение. Именно поэтому теперь, когда я здесь, я больше не хочу возвращаться к своей прежней жизни. Позволь мне вручить тебе на память частичку моего прошлого. Возможно, тебе это пригодится больше, чем мне. Я останусь здесь и буду помогать всем, чем смогу. Моя жизнь принадлежит им, и я до последнего вздоха буду отдавать свой долг. А, я вижу, ты опять здесь. Привет. Спорим, ты ведешь себя так плохо, потому что мама тебя не любила. Да. И вновь привет тебе, чужак. Да, чужак. Что бы ни приказали мне отец Корень и мать Крона, я им повинуюсь. Да благословит тебя великий.